В этом видео ты узнаешь, почему мы с вами отекаем. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, что нужно делать, чтобы не отекать. Всем привет! Меня зовут Никита Игошев, и ты на канале Жги. Здесь все про похудение и лишний вес. Я провожу над собой эксперименты и набираю 30 килограмм за несколько месяцев, и потом худею на 30 килограмм всего за 4 месяца. Я показываю тебе, что это не сложно, что это просто. Я проделал уже это 2 раза, и теперь проделываю это 3-й раз. И так получилось, что я набрал 20 килограмм за 17 дней. Неужели это все жир? Ну нет, конечно. Наверное, половина этого веса, как минимум половина, этого веса это вода и отек. И причина этого отека является то, что я потребляю большое количество углеводов в день. И также большое количество обработанной еды, богатое солями. Это фастфуд и любая другая обработка. Эти два фактора, то есть большое количество углеводов и соли, натягивают на себя много воды. Отсюда такой большой отек. Еще раз, я в день потребляю больше 10 тысяч калорий углеводов, до 1500, а может даже и больше в день. Цифры просто немыслимые. Естественно, когда мы с вами будем переедать, вот такие читмилы делать, или просто по факту читлайф у нас будет от переедания углеводов, это будет способствовать вот таким вот отекам. И второй момент, от которого я отекаю, это большое количество обработанной еды. То есть полуфабрикаты, те же самые мучные изделия, хлебобулочные изделия, фастфуд уже не говоря об этом. Там очень много соли. Из-за этого мы с вами тоже можем отекать. И вывод из этого можно сделать следующий, что если вы хотите просто снизить количество отеков в вашем теле, вам не надо искать какие-то диуретические средства, пить, не знаю, чаи диуретические. Вы просто поработайте над своим рационом, начните контролировать все-таки количество углеводов, поступаемых в ваш рацион, да, количество той еды и обработки, которые поступают в вас в вашем рационе. Тем самым снизите основной фактор отеков. Также может быть отек постуральный, да, то есть это просто от того, что ты долго лежишь, у вас лимфоток страдает из-за этого. Люди, у которых стоячая работа или сидячая работа, отекают ноги часто из-за этого, конечности, просто из-за того, что мало движений происходит, и лимфоток из-за этого страдает, и застой происходит жидкости в этих местах. При долгих перелетах также отек происходит. Это все нормальные физиологические отеки. Есть не физиологические отеки, патологические, да, когда это связано с какими-то различными болезнями. Я, к сожалению, не доктор, не могу вам эту тему разворачивать, некомпетентен. Но с теми отеками, которые являются физиологичными, я вам подскажу. И прежде всего это вот эти вот факторы. Также может быть отек по причине того, что вы не выспались, у вас большой стресс, сам по себе гормон кортизол, который вырабатывается, если вы не досыпаете, и также если вы сильно стрессуете психоэмоционально, может способствовать тому, тоже задержке натрия, задержке жидкости в теле. Сам по себе инсулин тоже при употреблении большого количества углеводов, вырабатывается много инсулина, тоже способствует задержку натрия, способствует задержке воды. И это еще раз в копилку того, что углеводы способствуют отеку, да, набору воды в теле. К слову говоря, у девушек отек может происходить из-за смены цикла в связи с тем, что гормональный фон меняется. Также отек может вызываться силовыми тренировками. После работы мышц в силовом стиле происходит несколько дней отек работающих мышц, что также натягивает на себя воду. Ведь синтез белка происходит также с помощью воды. А вода является главным анаболиком в теле. Ну и самая главная рекомендация, которую я могу вам дать, чтобы вы меньше отекали, это потреблять достаточное количество жидкости. Ведь в организме работает такая интересная система. Если вы будете, наоборот, ограничивать потребление жидкости и стараться меньше пить, чтобы по логике меньше отекать, организм, наоборот, будет стараться больше запасать жидкости в теле. А если вы, наоборот, больше будете сознательно себя больше потреблять жидкости, то он по инерции будет запускать диурез и будет отпускать воду из организма. И тем самым вы будете меньше отекать, меньше задерживать жидкости в теле. Еще раз подведем итог всего видео. Чтобы вам меньше отекать, вы должны
должны контролировать поступление углеводов, ими не переедать. Чтобы не отекать, вы должны контролировать поступление обработанной еды, то есть тем самым контролировать поступление солей, потому что любая обработка богата, наполнена солями. Соль – это один из факторов тоже, который способствует перееданию. Для нас соль – это тоже триггер переедания. Следующий момент, чтобы не отекать, рекомендация достаточно пить воды. Вот, ну и разобрали сегодня еще другие факторы, которые способствуют отеку. Они более физиологичны, и в них ничего не страшного. Допустим, вы девушка, и вы отекли просто из-за того, что у вас цикл поменялся. Но это нормально, просто это нужно принять как данность. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующих видео. Напишите в комментариях, какие вы еще хотите, чтобы мы разобрали темы. И до новых встреч!